Задумывались ли вы когда-нибудь о том, с чего начинается жизнь на планете Земля? Что является ее источником? Ответ прост. Все начинается с движения. Движение — это когда ты прыгаешь, скачешь, где-то бегаешь, танцуешь. Движение — это радость, смех, жизнь. Да. Движение — это рост, развитие, это эволюция. Движение есть основа всего в нашей жизни. В хореографии движения — это как буквы в алфавите. Если их много и они стоят правильно, в нужной последовательности, под нужным углом и с правильным ударением, то и хореографическая композиция будет читаема и понятна для зрителя. С помощью движения мы, танцоры и хореографы, общаемся со зрителем, передаем свои идеи, мысли и чувства. Так рождается творчество. Это раздумие, то, что мы придумываем сами, делаем сами, оставляем что-то, то, что у нас есть, мы выкладываемся. Творчество — это мы. Часто в своей работе педагоги дополнительного образования пытаются выделить творчески одаренных детей и сделать ставку на их талант, не пытаясь разглядеть большего в других детях. Но на самом деле творческие задатки есть у абсолютно каждого ребенка. Конечно, у кого-то их больше, у кого-то меньше, но в этом-то и есть главная наша задача как педагогов – вывести эти творческие задатки у любого ребенка на уровень видимых творческих способностей. И в тот момент, когда с помощью творческих способностей возникает какой-либо творческий продукт, рождается искусство. Это когда мы из меньшего с опытом творим что-то большее, добавляя свое и выкладывая в него все, что мы можем. Это когда ты делаешь что-то любое, но с душой, с радостью. Природа подарила человеку огромное количество способов для самовыражения. Но чтобы самовыражение превратилось в искусство, а не в хаос, ему, как алмазу, нужна огранка. Именно для этого и нужен процесс обучения. Когда он правильно выстроен педагогом, с нужными акцентами, профессионально и качественно, дети превращаются в настоящие бриллианты с творческими способностями, которые они могут применить в любых сферах своей жизни, вне учреждений дополнительного образования. Здравствуйте! Меня зовут Левинская Алена Валерьевна, я педагог дополнительного образования и балетмейстер хореографической студии Grand Dance Дворца детского и юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга. Нашей студии 4 года, и мы активно развиваемся в творческом и образовательном пространстве города. А это наши дети, движение и творчество которых мы превращаем в искусство. Несмотря на относительную молодость нашей студии, Grand Dance уже зарекомендовал себя на многих концертных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, как достойный, яркий и талантливый коллектив. Мы являемся победителями и призерами многих районных, городских, всероссийских и международных конкурсов. Успешно проходят и наши смены в различных детских оздоровительных лагерях, где наши дети становятся самыми активными участниками творческих и спортивных мероприятий. Но для меня, как для педагога дополнительного образования, главное в работе – не победы на конкурсах и соревнованиях. Главное – это ежедневные победы детей над самими собой, преодоление себя и своих слабостей. Та сила, которую дети обретают в процессе обучения методом проб и ошибок, будет с ними всегда. Так давайте же не просто искать уже сильных и талантливых детей, а все вместе этот талант создавать. Это возможно, точно так же, как и обычному движению, стать искусством.